Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на субботу, 10 сентября. Я Камила Османова. В эту дату отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Если человек доставлен в больницу в течение первого часа после травмы, это помогает обеспечить ему высокий уровень выживаемости. Поэтому в современных условиях жизни скорая медицинская помощь остается одним из решающих факторов спасения жизни людей. Специализированные застройщики МК-группы «Мехколонна номер 8» объявляют старт продаж квартир в двух новых современных домах. В шаговой доступности вся инфраструктура – торговые центры, детский сад, школа и удобная транспортная развязка. Стильная входная группа, комфортные продуманные планировки квартир. Вам лишь остается сделать косметический ремонт. А еще вы можете получить максимально выгодные и безопасные условия при покупке вашего жилья. Льготная ипотека, возможность беспроцентной рассрочки платежа, использование счета эскроу. Строим, чтобы жить. Подробности в офисе продаж по адресу Чердыкашева, 102. Некрасов, дом 2. Новый строящийся дом от МК-групп и Мехколонны номер 8. Удобные планировки квартир для тех, кто ценит комфорт и предпочитает динамичную жизнь в центре города. Успейте купить квартиру мечты. Звоните в отдел продаж 28 56 15. Крупнейшая пятигорская выставка «Мех» Ангелина Сэм в Абакане только с 30 августа по 11 сентября. Новые коллекции 22-23 года. Более 3000 изделий. Цены от производителя, широкий размерный ряд. Успейте приобрести свою шубку по выгодным ценам. ГЦК «Победа», проспект Ленина, 69. Надоела старая шуба? Сдай ее нам и получи скидку до 50 тысяч рублей. Выставка в ГЦК «Победа» с 30 августа по 11 сентября. 2022 год. Нопюс. Суббота, 10 сентября, в Черногорске переменная облачность. Днем плюс 19 и 9 градусов тепла ночью. В Саиногорске подобная метеокартина. Температура днем составит 20 градусов тепла, к вечеру плюс 10. В Сорске облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до 15 градусов, ночью плюс 4. В Абазе малооблачно. Днем 19 градусов выше нуля, плюс 9 будет ночью. В Абакане облачно, плюс 19 днем и плюс 9 ночью. Ветер северо-восточный, атмосферное давление повышено и составит 743 миллиметра ртутного столба. Это был прогноз погоды. Всего вам самого доброго!